Ну, для каждого человека его отец – это близкий, дорогой человек. Для меня одновременно это человек, к которому я отношусь и относился с безграничным уважением, доверием и восторгом, скажу так. Потому что вся его жизнь и борьба, и судьба, и стойкость – это пример для подражания. И, наверное, многие помнят и последний период его жизни, когда он, выступая перед юными курсантами, ему стало плохо, он потерял равновесие, упал, потом вышел, потом вернулся и опять упал. И опять вышел и вернулся в третий раз. И закончил речь. Я не думаю, что кто-либо еще в его возрасте и вот в таком состоянии, у него было переломано 8 ребер. 8 ребер у человека, которому было почти 80 лет, сделал бы то же самое. Но это сделал только он, по-другому не мог. Вот в этом и весь его характер. Это мужество, стойкость. И конечно же, это пример для всех нас. И для меня, и для всех азербайджанцев.